Б-м. Все, звук сведен, отлично. Не люблю играть в Suspect, как бы это странно ни звучало, вообще не люблю. Только в лобби. А так я, ну просто не знаю, я очень сильно нервничаю, ну, когда за убийцу играю. Понятное дело, за мирного я не нервничаю, так за убийцу. Пойти, Так. можешь что-нибудь сказать мне Да, интересного? могу, сейчас, вот говорю. Е-мое. Я просто сегодня, вот именно сейчас, я недавно повстречал. Повстречал Бетти какую-то. Надо будет переспросить, какую, потому что я вот играл только что две катки, но я не играл ни с какой доной, и тем более я сразу оффал себя, потому что меня убивали. А я офф, когда меня убивают, да? Не осуждайте, пожалуйста. Я вас умоляю, не осуждайте. Что мне еще делать? Обидно, досадно. Ладно. Ага, давайте я немножечко звук поправлю. Ну, вот так вот, все. Кстати, что-то у меня были фрезы. Сейчас, точнее, лаги. Фрезы это другое. Были у меня лаги, а сейчас они немного меньше. Быстренько было. Да. Сейчас, смотри. Можно я задание выполнил? Ну, где трупик? А что, у Скажите. меня просто тиммейт вылетел. А, хорошо. Типа, я Давай, буду убивать Дэби, четверых. выкинем сорок. Не, блин, Обратно четверых игроков. скинуть я могу. Ты что, дурачок? Я не понял, Просто Яра, забери я что тебе бутылочку, сделал? еще Дайте пиксель мне скатывал. одно задание, ё... Фил, дай Это... задание делать. Боже, ладно, Я хорошо. понял тебя. Успокойтесь. Ага, Дон и Фил бегают вместе. Ага. А, ну Фил же убийца, он сейчас Дона кокнет. Я вот этого прикола, кстати, не понял. Типа, помогите, помогите. Вот зачем нам помогать? Ладно, все, поиграл, поиграл и хватит. Все, поиграл и хватит. Поиграл и хватит. Боже. Ребят, ну создавайте лобби, заходите там в лобби, делайте задание. В чем прикол? Я вот... Боже. Ладно, хорошо, пусть убивает. Ладно, пусть. Боже. Им трудно создать лобби, я понимаю. Типа, я 2 дня назад в лобби выполнял задание отлично, шикарно. Если хотите, кстати, тоже выполнять задание, вы можете ко мне в Discord сервер подключиться, и там мы выполняем задание, играем вообще, короче. Вот. А, надо 12, я почему-то иду. Оба-на! Сейчас меня кокнут. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, не надо. Я понял, ты хочешь меня убить тупо, потому что я тебе это. Не надо меня убивать! Чё, не надо меня убивать, нахера, я тебе. Меня не надо убивать, я хочу жить. Жизнь. Моя любимая. Ну пусть тебя и убивает, я хочу жить. Я жить хочу. Я чувствую смерть. Чувствую смерть. Блин, чел, ну... Что за пинг? Это что за пинг такой? Ну чего, дадим последнего убить? Боже мой, Последнего. Ну давай, Последнего. еще убивай, что тебе жалко? Задание доделай. Ну ладно. Свет вырубай, бил бы, мне тоже надо задание делать. Яра, спасибо за игру. Боже, ты просто гений, Фил, ты просто гений. Гений, я думал, проклятый тактику уже завел.
О, это топ просто, реально. Бати, бати, госзаговор. Дизлайки им всем кидаю. Я понял. Я хорошо, что я это снимал, все, это просто топ. Топ контент. Контент, который мы заслужили, реально просто. Ой-ой-ой. Ну, я, по-моему, вам говорил. Ну, ладно, хорошо, окей. А за что Фила? А Фила за что? Хорошо сыграл, тактикой сыграл. Тактика четкая, реально. Кстати, если бы вы видели мое лицо просто. Я просто охерел. Я такой, слышу вот это вот, что он говорит. Я такой понимаю. Да. Главное, тоже повелся. Но я думал его кикать. Не получилось. Он еще таки говорит, на четверых, на... кикайте на четверых. Угу. Что? Я же ни во что не вперся. Ладно. Все ли живы? Все ли здоровы? Скоро, кстати, уже конец Хэллоуина. А я так и ничего не выполнил. Не выполнил никак, вошеньки. До 30-го левела, по-моему, дошел. А почему? Ну потому что мне впадло. Я не играл. Да, не поверите. Я не играл в Suspects. Я то на YouTube что-то выкладывал, потом просто смотрел сериал. То есть, мне даже как-то жаль, я типа деньги потратил. Ну, хоть и виртуальные деньги, не настоящие, да. Но потратил. И, по сути, зачем? Не знаю. Да, я не... Я же... Ладно, хорошо. Есть ли трупаки? Ну, они, наверное, есть, но не здесь. Ухабать. Так, что у нас тут? Окей. Я, кстати, не знаю, почему очень часто меня подозревают сразу же. То есть, что-то труп... Ой-ой-ой-ой! Ой-о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 й. Генри. Ну, сейчас я сдохну. Трипл килл. Ага. Короче, рассказываю. Труп находится в гостиной на картине. Вот мне кое-что очень не понравилось. Когда я хотел проверить Генри, он шел выполнять задание библиотеки, он просто отходит от задания почему-то. Ну, это же нужно мне 300 IQ, чтобы понять, да? Я тебя хотел убить, я бы тебя убил, ты это сам должен понимать. Но я тебя не убил. Покрутился бы я бы остановился. Лучше идем поверить сейчас. Короче, смотрите прикол. Сейчас 100% кого-то кикать, это и дураку понятно. Кого вот это интересно? Я вообще чипи не видел. Я сыщик. Ты сыщик, да? Где у каких? Я сижу там, где около дров. В домике. А прикол ты вскрывался? Кто это дурак прыгает по люкам? Я возле Фила прыгал. Да без разницы. Не, я тебя не видел, просто скажи информацию, кого ты видел сейчас, кого ты видел? Ну, только что подбегал Фил и Джей к садовому домику у бассейна. Короче, Фил, смотри, не знаю, ты... Подождите, Фил, если ты не фейковый инспектор, это Генри и Джет. Я не знаю, как доказать, что я не убийца, но если Чип и Фил, у вас есть эти роли, значит, это Генри и Джет. Я думаю, что Джет гонялся за ним. А почему это не ты? Подожди. Я знаю, я не знаю, как доказать, что я невиновный. Просто если Фил и Чип мирные, как они говорят, то это Генри и Джет. Ну, реально, остается. Ну да, я тебя тоже могу понять, бро, я тебя понимаю. Уйдите, реально. Сообщение ваше, уйдите. Чё будем делать? Ну логично предположить, что Чипи
Макси гонит на одного своих тиммейтов. Ладно, окей, если смотри. Если бы убийца, но если бы эти мирные. Не было бы смысла репортить, если бы ты был бы убийцей. Если бы ты один не остался. Короче, вы как хотите, я думаю, что Джейд один из убийц 100%. Вы как хотите. Я за Джейда. Ну, по-любому, по-любому. Я мир. Я за. Я должен могу сказать, что. Твою мать. Ну ебана нет, нам все. Если вы проголосовали за меня, прощайте. А кого-то кикнули уже 100%. О, ура! Четко. Ответ за меня еще. Минус один. Остался Генри. Смотри. Отвечаю, это Генри. Ну да, тут дураку понятно, что ты Генри. Смотрите, и умирает Фил или Чип, и все. Я это на Генри гоню просто. О май гад, не тухни. Ой, это Чипи. Ой, это не Чипи, это этот. Чипи, сори, ты зарепортил. Я уже сейчас в библиотеке засветился. В какой библиотеке, в спальне? Чип, ты за кого вкинул? Ты же меня видел. Ну что, Генри? Я вот именно я тебя видел. Слушай, Чипи, смотри. Сейчас я сбежал с гостиной, я видел, как Фил стоял возле колокольчика, я побежал снизу в библиотеку. Увидел тебя. Ну вот. Дальше сейчас из спальни и репортит, вдруг можешь это быть. Ну вот твои следы оттуда. Ладно, все, пофиг. Чего, мои следы оттуда? Ну да, я же говорю, я бежал оттуда. Зачем ты вкинул за меня? Ну все, все, давай, это, голосуй. Ну за кого? Следы есть твои там. Фил тогда был живой, когда я... Все, Генри, все, я понял, спасибо, давай не тяни резину, реально. Если и помимо этого, еще бонус у Бетси был то, что Бетси выкинула Джейда. Ну да, кстати. Ну да. Я не подумал. Генри, ты спалился. Тебе это я хотел Фил еще прошлый. Ты еще так среагировал на меня, а, когда я выпрыгнул из люка. Реально, вам одного кило не хватало. Блин, нам я повезло, хотел... нам повезло, что сыщики и инспекторы до самого конца тупо дожили. Ну, инспектор сдох, конечно, ну ладно. Да.